Здравствуйте, дорогие мои друзья и подписчики! Хотела бы сегодня с вами поговорить на тему, как приумножить количество счастья в своей жизни. Вы наверняка знаете, что там, где фокус нашего внимания, там наша энергия и там наши результаты. Поэтому очень важно, если вы хотите быть более счастливыми в своей жизни, то вам нужно сделать элементарные действия. Вам нужно добавить количество счастья в жизнь других людей. Да? И это очень просто. Достаточно смотреть по сторонам. И все люди, с которыми вы соприкасаетесь, подумать по поводу каждого человека, как я могу чуть-чуть счастья добавить в жизнь этого человека, как я могу чуть-чуть счастья добавить в жизнь этого человека, как я могу что-то хорошее сказать, как я могу что-то хорошее сделать для этого, для этого, для этого. И самое главное, да, держать фокус внимания в голове, да, любое действие, которое вы делаете, совершать с намерением и с результатом, с осознанием результата. Вообще такую привычку в своей жизни внести, любое действие совершать с четким намерением, для чего вы его совершаете, и с осознанием результата. И это будет так называемая осознанность, да, к которой мы все стремимся. Поэтому, когда вы думаете о том, как доставить счастье какому-то человеку, то вы должны держать в голове фокус своего внимания на том, что вы, доставляя счастье другому человеку, стремитесь к собственному счастью, да, не забывайте о себе. И когда вы сделали что-то хорошее, что-то приятное, что-то такое, что повысит уровень энергии человека, раскроет его в большей степени его потенциал, то нужно закрепить это в себе осознанием, что вы сделали хорошее что-то для этого человека. И вот когда вы такие вот бусинки, да, доставляют счастье, вот бусинки доставление счастья в своей жизни, будете собирать свою корзиночку. Доставил чуть-чуть счастья этому, чуть-чуть счастья этому, чуть-чуть счастья этому, при этом фокусируясь на том, что и себе вы делаете больше счастья в жизни, и осознавая это все, чувствуя, да, проникая, пускай это в каждую пору вашей клеточки проникнет, да, вашего тела, и тогда вот этот накопительный эффект ощущение счастья, он вырастет в вас, и ваша жизнь все больше и больше красок будет приобретать, и вы будете все более и более счастливы в этой жизни. Ну, а чуть больше о технологии, как, делая что-то хорошее для других людей, при этом становиться более счастливыми, можете узнать на курсе от Aurora Group, который называется «Кармический менеджмент», и который затрагивает несколько сфер своей жизни. Как при помощи любимого дела, по своего предназначения, получать высокий доход, как выстроить идеальные отношения, даже если их сегодня нет, и вообще как уметь выстраивать отношения со всеми людьми, которыми вы коммуницируете. И как всегда, сохраняя свое здоровье, вы можете узнать на этом курсе. И большая просьба, если вы хотите больше счастья, больше радости в своей жизни, то делитесь информацией, с помощью которой вы узнали об этой технологии. Поэтому поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, и это уже будет маленький вклад в вашу корзиночку счастья.